Стоянки древнего человека времен ледникового периода на территории Сухотино близ Читы были найдены еще в 70-х годах прошлого века. Тогда их законсервировали из-за неимения средств на исследование. Сейчас же, благодаря поддержке краевого правительства в рамках объявленного в Забайкалье года науки, у археологов появилась возможность начать подготовку к раскопкам. Это было около 18-20 тысяч лет назад, и, соответственно, этот человек оставлял конструкции. Это были 4-очажные, 5-очажные такие конструкции с обкладками. Все это были такие группы из нескольких чумов, которые здесь стояли, и, соответственно, в них обитал древний человек. А вот это вот не просто камни, а тоже фрагменты древних жилищ. Они находятся прямо на дороге, машины часто по ним ездят, угрожая истории исчезнуть, как и 50 лет назад. В 88 году тут случилась такая трагедия. В городе и области появилось новое начальство. Начальство было чужое, не забайкальское, их сюда прислали, так скажем, для выселения руководства. Они ни с кем не согласовывая дали команду строить тут плодовочную базу. Вот ее справа мы видим забор. Плодовочные базы. Вот, как говорили нам, вторую очередь тут должны были построить. Загнали сюда бульдозеры, и без всякого согласования, и оповещения, и консультации, здесь вот прогнали бульдозерами много раз. Спасти от промышленной застройки уникальный исторический памятник помогло множество писем в Компартию и Академию наук. Тогда никто не мог поверить, что в 2024 году здесь не только проведут полномасштабные раскопки, но и построят музей чум высотой 24 метра, где представят в том числе и те артефакты древности, которые еще предстоит здесь отыскать. У нас запроектирован макет Титовской сопки. В центре зала, и, соответственно, на него видеопроекция, где можно будет видеть все этапы жизни на Титовской сопке, то есть там, начиная со времен там, вулканов, потом там, динозавров, потом, соответственно, когда появляются первые люди, можно будет видеть вещи, которые здесь были найдены, например, предметы швейного инвентаря в том числе. На месте же самих раскопок в будущем планируется возвести еще один музейный корпус со стеклянным полом, под которым сохранят древнее жилье самых первых читинцев. Анна Бородина, Даниил Ботвинский, Анастасия Шадрина, РТК Забайкалье.